Всем привет! И вот, ребят, у меня уже наконец-то 70-й наивысший ранг в игре Star Rail. Ну, вот, пожалуйста. Что же я успел сделать? Я собирался записывать видео и перед этим выбил каким-то образом Кафку. Я не знаю, как это, конечно, получилось, но это очень странно. Я даже могу сейчас прыжок вам показать, сколько я крутил, выбив последних четырех пятизвездочных персонажей. Я не знаю, скорее всего, это везучий аккаунт. Вот Кафка. Немного идем. Так. Смотрите. Идем немного. И Клара тут уже. Ну, это C1 вроде, я не помню уже. И Жуань моя резко. Че это? Дальше. И перед Жуань Мэй я выбивал Хо-Хо. Где же она? Вот она. И вот Хо-Хо сразу. Каким-то образом, то есть сколько тут получается? 72 крутки, да, ребят? 72 крутки. Каким-то образом я выбил 4 персонажей. Ну, также, да, давали доктора Рацию, он у меня есть сейчас. В принципе, его всем выдают. Хо-хо, у меня есть Гуйнай Фэн, есть Серебряный Волк. Ну, давайте я сейчас покажу, какие у меня есть персонажи, что я успел сделать до этого ранга, набрав его. Сейчас могу показать. Так, ну, сразу по Лего. Это первый Серебряный Волк. Нет, самое первое Лего... А вот я что-то не помню первое Лего. Вроде Вельт. Или Вельт, или кто там был, ну... Я им не пользуюсь особо. Буду ждать Скрулума, скорее всего. Либо кого-то другого еще выберу. Так, ну можем посчитать, сколько лег здесь получается. Вот здесь 3, 4, 5, 6. То есть 9. 10. 11. 12. Ну 12, 13 это, ну, если с этим еще считать. Ну... Получается Серебряный Волк. Я не помню, может Химика у меня первая Лего была, я что-то не помню уже. Вот Кафка, это самая новая. Вот Байлу, Хо-Хо. Байлу я тут чуть-чуть артефакты снял, на Кафку переставил, поэтому тут статы сбились сильно. Жуань Мэй. Вот так, в принципе, собрал за последнее время. Получилось так, и Сигна Броня. Ян Синь. Зизин Лю. Кстати, очень полезный перс, ребят, если честно. Клара, тоже полезный перс. И успел Сигну выбить на нее. Тоже. Так. Ну, Гепард, вот он. Это щитовик. Хороший очень. Ну, чуть хуже гепарда, Марс-7. Вот. Но она по одному только может щит накладывать, а гепард на всех сразу. Она тоже щиты делает, но не такие, как гепард, это точно. Вельт просто может выполнять ослабление. Ну, блин, не знаю. Что-то пользоваться не хочу, как и доктором Рацию. То же самое. Хоть и говорят, что он мощный. Не знаю, что-то... Пока не пользуюсь так. Чем показать еще инвентарь? Зайдем. Вот по пятизвездочным карточкам. Вот Вельт у меня со своей карточкой. Только я на Пелу поставил. А вот я не знаю, может на Кафку потом поставлю. Вот здесь пока фиг его знает, если честно. На Сюи еще одна карточка Клары стоит. Вот это. Так. Это одинокое исцеление через виртуалку убивается, как и вот это опадение Иона. Вот это я выбил тоже. Ну и вот, остальное вы все видите, вот здесь. По артефактам здесь лучше не так показывать. Другому счет. Сейчас могу показать просто, как они собраны. Вот я даже не знаю, как лучше, типа по крит урону был выше или крит шанс. Вот Геншине у меня, а я тут, допустим, крит шанс там стоит по половине, как и крит урон, только на 10% больше.
Вот Salsotto у меня стоит тут. Вот Кафка, пока что так думаю оставить. Это на силу атаки, это на электроурон и глотимер. Или как его там, глотеромер. Химика на бонус атаку. Цинцуе это сколько я ее качал. Пока что так получилось. Вот здесь, в принципе, вот так только. Ну и вот эта карточка. Самой карточки с Цинцуе у меня нет. Жалко. Хоть и хочется. Но здесь по всем следам. Я ее бафнул и все. Спокойно. Ну хо-хо почти закончил тут. Ну вот так. Ну, эти артефакты я поменял Жуань мой вот. Сразу показ. Поэтому у нее тут полезно очень. Стата еще стоит, потому что она у меня на поддержке. Байлу. Байлу тоже, в принципе, неплохо, но... Я снял артефакт и переставил на Кафку. Поэтому Байлу пока что подождет. Но у меня хо-хо есть, если что, рысь есть. Вот рысь. Тут тоже пока что попереставлял. Все. Ну, пока так получается, ребят. Так, Зенлю. Вот здесь, в принципе, вот так получается. Статан. Ну, мне дофига чего качать, но у меня смолы постоянно нет, блин. Собираюсь вот. Вот говорят, типа, качай одного перса, потом другого. Я, типа, всех сразу качаю, ну, конечно, вот поэтому мне тут проблема небольшая образовалась. Кавка 55 уровня. Ладно, дальше. Янцинь, я сейчас его не качаю. Уже потому, что у меня есть Цинлю. Она намного полезнее. Естественно. Ну, Клара. Все по максимуму. Ну, не здесь. Ну, и то же самое я тут переставлял. Вот это нежелательно на нее ставить. Это на время чисто. Увеличение урона, чтобы было. Рысь. Так, рысь я вам показал. Гуйнай Фэйн. Вот, ну, можно карточку переставить, вот, кого угодно. Ну, хоть с Кафки. Вот потом что-то подумаю, сделаю, наверное. Вот так. С ней. Вот, 10-й след. Как и на Жуаньме, и как на Хухо. Вот. И вот такие вот арты. Аста. Я ее не перестану качать. Очень хороший перс на самом деле. Очень много бафает. Ну, вот это пока что ждет. Жуань Мэй у меня в обследовании. В прокачке. Танцуй, танцуй, поставил. Три раза. Танцуй, танцуй, танцуй. Ну, сервал уже. Ну, блин, ребят, сравните теперь сервал и Кафка. Ну, может, буду использовать, потому что я играл раньше. Что здесь ставится? Ну, стоит. Белая. Ну, говорят, полезный перс. Но пока она у меня мало наносит. Потом посмотрите, потому что на крит шанс. Ну, это естественно. Теперь ясно. Гепард. Ну, его в щит пока что нужно еще качать. У меня в щит он еще прокачан не очень. Хани играл, но ей Жуань Мэй. Она быстрее восстанавливает очки. Там... Как их там называют? Очки навыков или как? Ну, Тиньонь полезный перс из плюс ранга, как и Жуань Мэй. Тоже неплохо. А что-то переставил, да, видимо? Да, карточку. Тут у меня почти 5000 хп со мной. Сюэи. Наташу не качаю. Ну, говорят, чем-то полезно. Ну, у меня три... этих хилера уже. Марсель пока что так оставил, то же самое остановился на ней. Ну, Хишин то же самое, в принципе. Сейчас я ими не играю. Герты тоже не играю. Все, вот эти персы уже, вот этим я играл. Ну, Сушан очень мало играл, Орлан тоже мало играл. Юйкун не знаю, не хочу что-то качать. Кук нет. Вот эти персы уже я ими мало играю.
Вот отсюда вот так идут. Сампо я играл больше, чем Вильтом вроде даже. Ну, кстати, карточку можем поменять. Ну, ребят, пока так получается. Нужно что делать? Улучшать тут все, прокачивать. Хо-хо, кстати, ты и есть мой любимый перс в игре. Вот такая карточка пятого наложения стоит. Мне не страшно. Мне не страшно. И я здесь. Ну, пока вот так посмотрим, как будет все получаться, насколько быстро я все сделаю. Апгрейд этот, еще новые персы будут выходить. Нужно будет подумать, как можно будет все прокачать. Что хочется. Поют они, что ли? Я вам на стриме показывал, как многие из этих персов играются. Но мне Гуйнай Фэнь больше нравится по анимации, чем Химика. Но Химика тоже крутая анимация. Говорят, что она бесполезный перс. Ребята, я не скажу, она для залов забвения очень полезная может быть на самом деле. Ну, не для этих испытаний, возможно. Здесь намного сложнее, потому что все тут же можно проходить. Да, можно. Ну вот, у меня последние сложности остаются. Если будут моменты, я, конечно же, их скину, и вы увидите. Так что, ребят, давайте на этом моменте закончим. Конечно, очень круто получилось, что я за 70 круток выбил 4 5-звездочных персонажей. Еще и доктор Ацу мне дали, это уже пятый. То есть, ну это круто, на самом деле. Ребят, я совсем забыл сказать, что у меня есть еще несколько аккаунтов, где у меня есть Блейд, вот в одном из этих аккаунтов. Есть еще Цзинь Юань, есть Даньхэн Пожиратель Луны, а также еще на другом аккаунте есть Аргенти. Вот, на одном аккаунте 3 перса, на одном там пару еще персов, и на другом Аргенти вот есть. Ну, получается вот так. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.